Профессиональное мастерство педагогов-психологов оценивали члены жюри в рамках муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани-2017». Право представлять город в регионе получил тогда сотрудник Центра дополнительного образования «Ориентир». 44 участника уже в краевой столице боролись за звание лучшего в своей области. Успешно прошел профессиональные испытания и стал победителем сочинец Роман Амельченко. Это новый уровень развития моих профессиональных навыков. Это новый виток в том, чтобы расти, совершенствоваться. И, конечно, я горжусь и понимаю, какая на мне теперь ответственность, чтобы представлять весь Краснодарский край уже, не только город Сочи, на всероссийском конкурсе педагогов-психологов. В течение 10 лет именно столько проводится конкурс профессионального мастерства. Педагоги-психологи Сочи успешно представляли наш город. У нас традиционно психологическая служба хорошо развивается в городе Сочи. Мы ей уделяем особое внимание. Мы сегодня очень рады победе Романа Амельченко, потому что это не просто замечательно его карьерный рост. Это всегда и точка притяжения всех остальных психологов. Есть на кого равняться. Они проводят мастер-классы, они делятся своими знаниями, и это важно в целом для системы. В октябре в Сочи пройдет Всероссийский психологический форум «Обучение, воспитание, развитие», в рамках которого и проведут завершающий этап конкурса «Педагог-психолог-2017». Рената Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.